Шокирующие кадры с Европы. Террористы из внешнего рубежа совершили дерзкую атаку под предводительством пресловутой Тени Накамура. Ну, хватит. Нас работа ждет. Ангар-галлисты судно Уюка-Харон. Вы пересекли периметр безопасной зоны. Вас понял, Ангар. Берем курс к станции Европа. Скажешь что-то, или так и будешь ей щелкать? Я смотрел вообще-то. Закрыли тему, Макс. Это последний рейс. И что я должен сказать? Может, спасибо? Как закончим, можем не работать до конца жизни. Все-то у тебя схвачено. Так и есть. Да брось, что за фигня, а? Туда и обратно с Калиста на Европу, и столько мер безопасности? Это же тюрьма, Макс. Безопасность для них важна. Ну а нападение? Как ты их объяснишь? Внешний рубеж? Они уже полгода наносят удары по всему сектору. Желтая тревога в грузовом отсеке. Явно ерунда. Но все же стоит проверить. Не стоит так париться. Проживешь дальше. Оба бортовых сенсора выдают ошибку. Иди проверь. Да иду я. Долго еще? Сложить не мог. Надеюсь, не зря спускался. Проверю-ка я и остальное. Вот, ладно.
можно и с другой стороны глянуть. Что там? Посторонние на борту. Вот черт. Внешний рубеж? Да, походу. Ладно. Так, быстро двигай сюда. И осторожнее, они могут быть где угодно. Поглощающее поле еще действует. Ненадолго. Что им нужно? Я откуда знаю. И что? Пока нет. Времени сколько? Готовься к удару!
Я же говорил! Говорил не париться! Макс! Макс! Держись, бояща! Вика! Вика! Ты чего не послушал? Ну же, ну. Вот, черт. Нет. Второй не нужен. Ладно. Давай тебя вытащим. В декларации указано, что вывезли груз из ангара. Наемники — редкость в этих краях. Я просто работал. А то я не знаю. Терморегуляторы включены. Впервые я разбил корабль. На борт проникли... Пусти меня! Она! Она! Это она! Эй! Остынь, грузовод! Ты свою работу делаешь, а я свою, ясно? Сэр. Да, сэр. Как прикажете. Взять его! Эй! Ты что творишь? Эй! Я ничего не сделал! Че уставилось? Тихо! Я... Как же я устал от этого дерьма. Так, заключенные не говорят, пока к ним не обратятся. Это ошибка. Я Джейкоб Ли, я не заключенный. Ты заключенный. 532-521. А ко мне обращайся, капитан Ферри. Что? Нет, нет, я просто грузовой пилот. Нас атаковал внешний рубеж. Это она разбила мой корабль и убила второго пилота. Не плевать. Приказ начальника. О, помяни черта. Выбор. Каждый совершенный в жизни выбор привел вас сюда, в этот момент, в это место. Место, в котором вам предназначено быть. Чтобы выяснить то, что раньше никак не удавалось. Цель вашей бессмысленной жизни. Я начальник Коу, и вместе мы найдем эту цель. Приветствую в черной жести. Обожаю последнюю часть. Каждый раз мурашки по коже. Приехали, встать. Заключенный, я отдал прямой приказ. Это ошибка, мне тут не место. Слушай, ты знал, что Каллиста называют мертвым спутником? Мертвым. И ты был бы таким же после крушения, если бы не я. Но черт, все остальные и так считают тебя мертвым. Пора двигаться дальше. Ведь ты на пороге нового мира. Нет. Моего мира. Нет. Хватит цепляться за прошлую жизнь. Ее нет. Отпусти ее. А твоя новая жизнь целиком в моих руках. Встань, мертвец!
Ладно. Бери ее, пошли. Вы прибыли в тюрьму «Черная жесть». Исправительное учреждение ОУЮК. Немедленно пройдите в комнату учета. Эй, остановитесь! Эй, стойте, стойте! Нет, не надо! Заключенный 532-521. Я доктор Кейтлин Маллер, и вам имплантируют устройство МОР. В соответствии со статьей 412 УК ОЮК. Но, доктор, его нет в системе, мы не знаем... Готовьте устройство. Что за... Какое устройство? Нет! Стой! Ты же врач, блядь! Ага. Стой! Я собираюсь исполнить свой врачебный долг. Старайтесь не двигаться, иначе будет хуже. Иди нахуй! Доктор, остановка сердца. Инъектор. Тревога. Система безопасности отключена. Оставайтесь в камерах. Немедленно мобилизовать все опергруппы.
Братан, что тут творится? Да я сам без понятия. Вроде готово.
рота заклинила, консоль сдохла. Я там кое-что видел. Оно напало на меня, это не человек. О чем это я ты? Я знаю, что видел. Слушай, это место с ума сводит, но у нас есть шанс. Что бы ты ни видел, это лишь повод свалить. Видишь ту вышку? Ага. Встретимся там, иди к ней. Как? Лифт там, езжай наверх. Я свяжусь с тобой. Понял. Джейкоб, слышишь меня? Да, но как? Я активировал двухстороннюю коммуникацию в твоем импланте. За столько лет в тюрьме чему-то ты научишься. Вижу, ты нашел подъемник. Езжай вниз и найди лифт на том уровне.
отреагировали на крушение судна у шлюзового КПП. Местность оцеплена по распоряжению начальника. Доступ разрешен лишь команде Малер. Не думал, что буду тосковать по старой начальнице. Она хотя бы следовала уставу. Это не так с лифтом. Я еду вниз, а не вверх. Черт, там одиночные камеры. Оттуда тоже можно попасть к вышке, но будет дольше. Будь начеку. Они держат там законченных психов.
Всю жизнь знал. Он стал этой тварью. Напал на меня. Ты ранен? Нет. Нет. Но пришлось его убить. Убить это. Что это за хуйня? Элиас, я нашел лифт. Поднимаюсь. Хорошо. Может, путь в обход будет нам на руку? Сразу за лазаретом будет камера с оружием. Смогу прибарахлиться. Только будь осторожен. Активировали охранных ботов. Боже, нет! Беги! Разрешу огонь на поражение. Зона под контролем. Перехожу в медсектор. Системы полетели, как и тот лифт. Просто не попадайся в поле их зрения, и сможешь прокрасться. Все системы в норме. Высокий уровень угрозы. Активных идентификаторов МОР.
включен огонь на поражение. Поиск движения. Охранный бот черной жести активирован. Все системы в норме. Джейкоб, дела все хуже. Ты где? Прошел лазарет. Все еще ищу камеру с оружием. Хорошо, ты уже близко. Не останавливайся. Что полезное? Оружейны уже обчистили. Осталось лишь эта дубинка.
Оглушающая дубинка, да. Эти штуки прилично бьют. Явно пригодится. Так, ты почти у вышки. Когда я проходил, там было пусто, так что проблем быть не должно. Встретимся с другой стороны. Да, до встречи. Понял тебя. Высылаю отряд 9. Черт. Сэр, отряда 9 больше нет. Держать позиции. Невозможно. Отступаем. Периметр прорван. Активировать все боевые единицы. Огонь на поражение. Огонь на поражение. Сэр. Это приказ. Убивать все, что шевелится. Thank you.
ты. Как ты, блядь, сюда попал? Думаешь, у меня есть на тебя время? Ладно. Посмотрим, правильно ли я понял. Ты разбился. И все здесь пошло по пизде. Ох, 5-2-1. А ну на меня смотри! Что ты сделал, а? Скажи мне, ты особенный, не такой, как все? Зачем начальнику оставлять тебя в живых? Я заговорил. Это мой мир. Наслаждайся. Алис, все, конец пути. И Феррису конец. В смысле? Он был тут. И твари убили его. А ты крепче, чем я думал. Иди дальше, я нашел безопасное место.